have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы в престоле Люпуса. Я до сих пор не научился пользоваться телепортами. Как бы и пофиг, ладно, давайте. У нас тут есть затаница. Сразу с места в карьер, чего бы нет. Здравия желаю, хотите помочь генералу Пучеглазу? Так ничего себе оружие. Да, хочу, урод. Это. Генерал Пучеглаз патрулирует город, я отметил область, не можете его найти. Ай, это был кактус, это было больно. Это ты город тут патрулируешь? Ну ладно. Ваше высочество, вы получили мою просьбу. Настало время мне получить оружие в подкрепление моего авторитета. Помогите мне, попросите Хотта выковать его для меня в кузнице Лапуазиса. Он задолжал мне. Пойдем? Да хорош, блин, кактусы по 250 рубят, вы чё? Что-то слишком какие-то жесткие кактусы. Ну хорошо, да, согласен, надо быть поосторожнее. Давайте, блин, я мог и не лечиться, я мог тут просто сохраниться и все. Все было бы шоколадно. Кстати, 85 уровень, если что, прикольно. Я уже успел подзабыть, что мы так прокачались. Ваше Величество, судьба снова свела нас на одной дороге. Оружие для генерала? Да, он достойный воин. Увы, Хотто только приманил несколько чудищ. В конце концов, ему нужно быть в форме, а чудище подходящий объект для тренировок. Вы расправитесь с ними вон там, пока Хотто готовится. Ну, допустим. Ай. Ну, норм. Сейчас мы заодно подлечились. Этот чувак что-то... Он страшен, кстати. Ой, я не то включил. Держайте, ваше величество, Хотто все уладит. Прикольно. Сила исходит изнутри. Генералу не нужно оружие. Его душа и тело. Силописты сами по себе. Как хот-дог и булочка. Скажите ему, ваше величество. Хитро. Хитро. Можно мне тоже так научиться? Мне это оружие до сих пор нужно. Моей силы духа не хватает, видимо, пока что. Мне не нужно оружие? Пушистее некуда, обойдусь голыми лапами. Ну а вы... А вам тянайте пурпурную катану. 42? Спасибо, что помогли мне, ваше высочество. Может, еще увидимся. 42. Спасибо. Стоп. Мне кажется, что тут что-то не... А, 84, окей. Тут магический дэмэдж 84. А катана у нас дает 42. Еще и туманного урона. Туманный урон, наверное, это... Я даже не знаю, какой это туманный урон. Ну, хорошо, хорошо. Годится.
Оу, можно продолжить эту линию квестов. Давайте, я хочу. Мы так по уровню поднимаем за квест, неплохо. О, это вы наконец-то. Генерал Пучеглаз просит помочь, вашей помощи в одном в ужасном важном деле. Ого. Да, да, конечно, поможем. Генерал Пучеглаз дал мне эти координаты, я отметил их для вас. Пойдем. Ну, ваше высочество, вы здесь. Поможете мне забрать один важный сундук? Я спрятал его тут поблизости. Идите за мной, ваше высочество. Пещера. Ваше высочество, сундук в этой гробнице скрыт заклинанием. Вам нужно будет пройти через все магические круги, чтобы увидеть сундук. Я останусь здесь на страже, собачий хвост. Ваше высочество. Мы эту пещеру уже проходили, если что. Если помните, такое уже было. Да, да иди нафиг. Тут-то сундук я уже забирал, поэтому их убивать я не буду. Пройди, пожалуйста, спасибо. То есть просто зачищать смысла я не вижу, потому что я уже ее проходил. Но сундучок я заберу. Сундук. Отлично. Ну-ка, держи. Слава усам, сейчас самое важное. Нужно встретиться с своим секретным агентом. И отдать ему сундук. Я отмечу его место встречи, черт побери. Это довольно далеко отсюда, ваше высочество. Вроде использовать путеводный знак. Мне же сюда. А, ну да, мне к путеводному знаку, потом туда. Цитата пятая. Остерегайтесь того, кому Элиус имя. Порча его прибудет с вами отныне. Едва он артефакт найдет, апокалипсис придет. Это мы уже поняли. Элиус та еще скотина. А куда мне? Мне нужен... Не сюда. А куда? Ну, судя по всему, может быть сюда? Ну, относительно недалеко. Я же говорю, я так и не научился ими толком пользоваться. Но вот это относительно недалеко. Тут как раз Двугород недалеко тоже. Давайте сохранимся. Почему бы и нет? Ага, возле пещеры льва. О, значит, это от моего папочки? Он не забыл о моем дне рождения. Что, блин? Я был сиротой и заложником войны, но он спас меня и забрал к себе. Потом война усугубилась, и он отправил меня обратно в этот самый день много лет назад. На каждый свой день рождения я прихожу сюда в надежде снова увидеть его. А какое счастье, что он все еще там. Да, у меня есть это. Это его оружие. Он дал мне его ради моей безопасности. Но насколько я знаю своего папочку, он захотел бы, чтобы оно было у вас. Генеральская булава! 28. Похоже, как и отец, вы очень хотите, чтобы война закончилась удачей. И прощайте. Вот это фига себе. Вот это поворот. Так. 61 мое сейчас дает, а, кстати, где-то булава, вот она. 28 при уровне 17.
Надо посмотреть на ее скейлинг. Ладно. У нас хот-то-дога поблизости нигде нету. У нас есть там обелиск, кстати. А мы возле него были? Нет! Разбудите внутреннюю силу. Астролапка! Астролапка, блин! А что она делает? Это вот это, да? Стреляет лазерами из космоса, блин, это просто эпично. Давайте я вместо щита, наверное, поставлю. Ну, то есть... Черт, это звучит слишком круто. Окей, так, а нам бы... Блин, я бы на самом деле опробовал бы на ком-то. Куда мы сейчас пойдем? Вот что мне интересно. У нас в Лопоазисе дальше квесты есть. В Престоле Люпуса квестов больше нет. Давайте, наверное... Блин, хорошо, что сюда зашел. А тут... Ну-ка, на какой уровень у нас тут? На 70-й, да, пойдемте. Мне нравится. Плохо, но могло быть и получше. Неплохо, но могло быть и получше. Чёртовы летучие мыши. О, там чуваку досталось. А, давайте, да, я сначала отхилюсь. Я не вижу смысла торопиться. Чувака и так бьет, ему хорошо. Отлично. Давай, я тебе помогу, дружище. О-о-о, у них как раз вот эта штука из космоса. Ух ты ж! А, они, кстати, это, да, они... Не очень любят физический урон, я вас понял. Зато на огонь они реагируют неплохо. Сокровища наши, с чем я нас и поздравляю. Блин, мне не засчитали, что мне манна пришла, это печально. Ладно, давайте заберем. Булава древнего властителя. 60 и 66, зато минус половина здоровья сразу одним махом. Но блин, сколько же она урона-то дает, офигеть. Просто эпичнейше. Хорошо, хорошо, супер. Я рад, что мы сюда подошли. Я уже не знаю, найдем ли мы тут какого-нибудь очередного. Это мы сейчас к где? Ау. Чуть-чуть дальше, чем мне хотелось бы. Есть квест? Где мы? Да, я хочу туда, этот квест выглядит нереально круто. Блин, сохраниться бы еще перед ним, но, знаете, я потерплю, наверное, если что. Путешественники, помните, в пустыне, да-да-да, водятся эти демоны. Так, там магию мы забирали, тут мы забирали. Тут мы тоже забрали. Эти космические лучи, ну не знаю. Видите меня? Замечательно. Мне нужно выяснить, почему я тут застрял. Поможете мне?
Да! Получается, я сижу здесь уже целую вечность, и вы первые, кто заглянули сюда. Видите этот знак? Думаю, я в ловушке из-за него. Я имею что-то, что обладает той же магией, что и знак. Мне кажется, она имеет форму шара. Я обозначу его общий район. Выясните это для меня. Молодой щенок. Блин, зачем я это сделал? Еще и без магии остался. Я дурак. Нельзя было так поступать. О, тут есть еще и такая штука. 38 уровень. Конечно. Идемте. Тридцать восьмой уровень. Мне, по идее, тут вообще ничего не угрожает или где? Да. Здесь я могу их просто убивать. Все нормально. Все, другалек. Теперь ты в уголек. Все, давайте отвлечемся по-человечески. Упс. Все, супер. Третья волна. А, последняя. Ну да, третья. Почти всех уложили, хорошо. Супер. Испытание 38 уровень здесь. Откуда? Знаете что, ребят, мне нравится, что все вот эти испытания, данжи, пещеры не прерывают наше основное задание. Это просто, ну, то, которое у нас сейчас есть. Еще булава прокачалась, но вы издеваетесь. Нет, она реально мощная. Плюс, ну блин, минус 50% жизни, это дофига. Причем даже если одеть дофига шмоток на жизни, с них тоже будет сниматься по 50% при одевании. Это не очень красиво. Может, имеется в виду, что... Хотите, чтобы я их всех убил? Окей. Ну, как-то так. Давайте ему еще немножечко магии подкачаем. Все, супер. Можно подбирать. Все равно умудрился меня ударить. Ну вот видите, из-за того, что у меня высокий уровень брони, он мне снимает по одной хпшечке. Найдите мяч в пределах... Мяч. Мяч. Вот он. Пойдемте, вернемтесь. Откуда тут? Вы что, прям на месте спаунитесь? Прям при мне? Вы что, офигели? Это как вообще? Суперски. Блин, я не ожидал вот такого квеста. Ну, тут дофига таких квестов, которых я не ожидал. Это очень круто. Спасибо, разрабы. Тот же с двугородом, или Ктулху, или вот этот. Это очень крутые вещи. Отдаем мяч. Стойте, это же... Ой, король, солдаты нашли его, он прячется здесь.
Привет, малыш. Не нужно страшиться меня, я здесь, чтобы спасти тебя. Что это у тебя в лапах мячик? Это твоя любимая игрушка, я сохраню ее для тебя. Не жаль, что так вышло с твоими родителями. Давай уйдем тебя из этого хаоса. Успокойся. Теперь я буду заботиться о тебе. Святые разгрызалки. Это были мои забытые воспоминания. Я был сиротой, и король усыновил меня. Там сундук. О, стойте, смотрите на этот знак. Он изменился. Значит, мы на верном пути. Там еще был странный сундук. Почему не открыли его? Потому что его не было до этого. Ладно. Капюшон ниндзя. Опа! 42 урона. А что... да. Что? Блин, ладно. Поищу еще подсказку. Я буду здесь, я думаю. Неплохо, уровень сразу прилетел. Что я сейчас ношу? Малиновый шлем, 30 брони. Хочу ли я поменять 30 брони на 42 урона? Стоп. А, 30 брони, 20% здоровья. Извините. Наверное, 42 урона. Блин. Кстати, знаете, в чем прикол? Это у нас меч 42 дает. А мне кажется, что если я сделаю... Если я поставлю меч и уберу посох, у меня будет меч, который дает магический урон. Но при этом... он восстановит мне все жизни. У него будет 4000 жизней. Посох-то у нас забирает половину жизней. Если я ему поставлю магический меч, ну прокачаю его и поставлю... А вот я об этом сразу не подумал, ребят. Давайте, наверное, так и сделаем. Ну, между сериями я схожу, посмотрим на результат. Я не хочу тратить на это время. Я у них еще одну магию, мне нужна ваша помощь. Да, давайте. Эта магическая сила ощущается как особый металлический шлем. Что бы там ни лаяло, я обозначил это место для вас. Принесите его. Мне нужно будет наведаться к хот-то-догу. Мне нужно будет, в общем, еще раз переработать свою экипировку. То есть, если я его прокачаю, получится, что, может быть, я чуть-чуть потеряю в уроне, но сильно приобрету в здоровье. Это было бы круто. Привет. Приветствую вас на временной ярмарке шлемов. Чем могу помочь? Нужен шлем, чувак. Ищите особенный шлем. Стойте. Вот, взгляните на этот шлем. Клянусь, иногда мне кажется, он может перемещаться сам. Он убегает. Видите, чтоб я лаял, вам лучше поймать его. Шлем-то, кстати, с кошачьими ушками, мне кажется. Пустыня Гавкара. Это банда шлемов, серьезно? Блин, он щит врубил. Фух. Вы подобрали шлем. Супер. Мы его победили, а потом подобрали. Ха-ха-ха. Интересное кино. У
Отдайте шлем. О, он из тех самых времен. Вот. Этот шлем теперь твой. Ты стал капитаном благодаря своей силе. Я знал, что ты сможешь сражаться за наше дело. Помнишь, я принял тебя. Ты особенный, Гавкин. Твоя верность мне. Вот еще одно воспоминание. Оказывается, меня зовут Гавкин, и я был первоклассным солдатом. Ляпота. Смотрите, знак увеличивается. Реально увеличивается, кстати. Странная коробка снова здесь. Хочу, чтобы посмотрели. Шлем шторма, отлично. 68 брони, кстати. Стойкость к молнии. Я поищу еще подсказки. Я буду здесь, как всегда. Ну, давай, посмотрим. Мне интересно. Уровень прилетел. Я выследил еще одну магию. Готовы? Да, чувак, готовы. Магическая сила теперь в гробнице. Я обозначу. Помогите получить ее. Давайте по воде срежем, чтобы к нам никто не цеплялся. Тридцать пятый уровень. Оу, было такое. Портова пещера. Ну, по-моему, я защищал, поэтому я не буду ее всю проходить, а может и буду. Нет, напролом не получится. Ух ты ж, ёпарасоте. Чуть не убили. Думаю, пока мне хватит. Берем посох. Так, отлично. Туда. Ого, ну хорошо. О, это же хот-то-дога, да? Так, ребят, минутку. Раз уж я здесь, минутку. Итак, да, я потратил только что 30 тысяч. Но теперь мы ходим с генеральской вот этой булавой. У нее есть еще и комбо. Меч. У нас не стреляет так, как посох, но он дает магический урон и не забирает половину жизни, так что я готов с этим смириться. Магический урон в итоге у нас вырос у пёселя, физический урон у нас вырос у нашего котешечки. Вот у нас наша малиновая опушка, она 61 давала при уровне 30. Я посмотрел, какой скейлинг у остального оружия. Получалось, при уровне 30 вот эта булава давала уже больше. Сейчас при уровне 40 она дает 104 урона. И вот есть вот эта вот булава древнего властителя. Она вроде как на 34 уровне дает 79 и 85 щита. Но при этом у нее скейлинг на капелечку хуже, чем у генеральской булавы. Она хоть и дает дофига щита, но она отнимает половину здоровья. И она чуть-чуть хуже по урону, поэтому я все-таки качал генеральскую булаву, она пока очень крутая. Вот эти вот пушки мы сейчас носим, посмотрим, урон у каждого по сотке прибавился. Так что посмотрим, как это все скажется, по идее должно сказаться положительно. Вот, давненько надо было поменять, прокачать оружие, так что хорошо, что мы это сделали. Даже не сделал это между сериями, просто сейчас, пока были там, решил зайти и посмотреть. Итак, отдаем посох. Погодите, это посох из тех времен. Король, один из странствующих магов подарил ему сегодня этот посох. Они сказали, что его лапы расположены к магии.
Что? Он задавал вопросы? Он спрашивал о знаке на его голове, мой король. Вам нужно рассказать ему. Шш, он здесь. Гавкин, мой мальчик, нельзя доверять этим магам. Мы должны проверить посох. Ну-ка, дай его мне. Доверься мне, я сохраню его для тебя. Король что-то мутит. Ты всегда будешь слушать меня, да? Стойте, так это напоминание о том, что я могу использовать магию? А, окей. Он знак принимает форму символа. Кстати, да. Доспехи скаута. Мне нужно больше информации. Поищите. Блин, мне кажется, что это или последнее, или предпоследнее задание в этой линейке. Нам по хронометражу надо бы заканчивать. Я думаю, что я хочу дальше. Магия однозначно сильная и где-то еще рядом. Безусловно, мне нужна ваша помощь. Когда я говорила рядом, буквально, я это имел в виду. У меня как будто чешется нос. Я могу сам почесать его по... Не могу сам почесать его по очевидным причинам. Может быть, вы сможете почесать его за меня? Чешьте нос черепа. О, так тщательно, слушайте, стойте, Зуз в другом месте, теперь холка чешется. Гораздо лучше, кот, его побери, снова нос. Окей, хорошо, нет, стойте, сейчас чихну. Наконец-то здесь кто-то есть. Чего? Где мы оказались-то? Опа, дракон. Так ждал, найдите способ добраться до меня. Чувак, я не хочу с тобой сражаться, мы тебе помогаем, если что вдруг, да? Случайно не тут, где камни? Да, там, где камни накиданы, это был такой знак. Окей, до упора. Ой, черт. Стойкость к магическому или физическому? Что вы выбираете? Ёхтель-мохтель. Нет! Черт, ну не зря предупреждали, сложность высокая, да. Я на сближение сохранения. Далековато. Ладно, пойдемте сохранимся. Я к тебе вернусь тогда, дружище. Поскольку задание сложное, и нас и так уже поджимает время немножечко. Поэтому я, наверное, пока что сохранюсь, и мы с вами закончим серию. Но обязательно закончим этот квест в следующий раз, потому что он очень интересный. И, зараза, сложный. Вот, и заодно мы тогда будем недалеко от вот этого города, где у нас есть еще другие квесты, которые мы хотели бы глянуть. Отвали, просто отвали. Просто, блин, говорю, отвали! Спасибо. Все, сохраняемся. Все, ребятки, на этом заканчиваем сегодняшнюю серию. Обязательно сходим к этому дракону в следующий. Прям начнем с этого. А пока что у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек! Всем покеда!